украинские барвы к 20-летию саратовского землячества украинцев Поволжья. С песнями и танцами, фотоконкурсом вышиванок и мастер-классом по лепке вареников прошел в национальной деревне 6-й фестиваль национальной культуры. Хорошего настроения и вкусного угощения хватило всем. Настроение великолепное. Мы старались на сцене зажигать, чтобы всем это понравилось. Мне кажется, это получилось. Когда поем песни украинские, нам кажется, что мы дома, потому что они до того влекут эти песни. Даже русские люди есть, и нас говорят: боже, какие у вас песни лирические, какие красивые. Ну, цепляет за душу, знаете, вот как красивые мелодии, и вот и все там, и веселые песни, все. Как-то прям, ну нравится мне, я не знаю. И играешь, конечно, все там, то есть, вообще, короче, вот. Как замуж вышли и начали делать вареньки с семью. Внучка любит, например, с картошкой, с грибами. Зять любит, например, у меня с творогом, а дочь с посленом. И начинка, и тесто тоже имеет, наверное, большую роль, играет большую роль. Ну и, конечно, настроение. Без настроения, наверное, вареньки не слепишь. Мы хотим представить сегодня свою культуру, показать ее тем людям, которые живут рядом с нами. По песням слышим, в основном они всегда в мажоре, потому что бы в жизни ни случалось, всегда наши люди надеются на лучшее, всегда заряжают, в общем-то, оптимизм своими песнями, своей культурой, своим танцем.